Добрый день. Любишь кататься, люби и саночки возить. Любишь слушать граммофон, люби и менять иглы. И одной иглы, к сожалению, хватало для проигрывания только одной пластинки. Иглы, которые продавались в вот таких вот коробочках, были действительно на вес золота. Но умные люди придумали приспособления, которые позволяли затачивать эти иглы, давать им вторую жизнь. Перед нами одно из них. Вот взгляните. Тут даже есть инструкция, правда, на японском языке. Как говорится, языками барин не владею. Но я и без пол-литра смог разобраться, как им пользоваться. Здесь есть цанговый зажим. Берем отработанную иглу, вставляем в него. Прижимаем шлифовальный диск и крутим. Думаю, что игла достаточно заточена. Теперь можно проверить. А поможет нам в этом граммофон Джамбо. Более 30 лет назад какие-то умельцы вставили в него электрический мотор. И, как говорится, крутить ручку граммофона романтично, но нажимать выключатель удобно и практично. Попробуем. Извините, я ошибся с полярностью аккумулятора, и пластинка крутилась в противоположную сторону. А вот теперь порядок, можно послушать. Ну что же, теперь я вычеркну из своего бюджета расходы на иглы. Надеюсь, мне это поможет. Спасибо за внимание. До свидания.